Я слышал, в прошлом году вы себя вели очень хорошо, и буду надеяться, что в наступившем году будете вести себя еще лучше. Хорошего настроения, прекрасного отдыха, чтобы вы на этих каникулах набрали сил. Мы с любовью и уважением относимся к вашим, прежде всего, преподавателям, которые передают свой опыт, душу и сердце.